Рубичек, осторожно! Вот мы на детской площадке в парке. Вот так вот он сел и катается, пожалуйста. Вот так вот, поехали. Рубичек, моя птичка, он такой сонный, он спадки хочет. Осторожненько. Итак, мы сегодня воспитатели четверых деток. Двое из них, троих деток, что-то я это. Вот там мы только что покушали, такой красоте. Lot for ages, от 2 до 7 лет. В общем-то, мне 7 лет. Вот цветочек, а это листочек, это цветочек скоро уже вылезет. Угу. Такой красивый, сейчас я буду смотреть, семена ли такие есть. Тут должны быть кругленькие семена. Ну что, поехали? Вот детская площадочка такая хорошенькая. Там отсюда можно пройти, там еще одна тоже такая же площадка. Немножко с другими, конечно. Закрыли все там. О, да ты что? А что ж делать? Собирать буквы, слова, да, вот я нашел. Класс. А у нас почти такой же, это waterproof, да? Ага. Так, классная такая, можно нырять, по-моему, 16 метров. У тебя тоже такая есть? Да, у нас такая же. Ну, может, чуть-чуть поменьше. Ну, в смысле, та же это и все. Угу. И фотографии хорошие делают. Тут есть функция такая, Magic номер один. И делает фотографии такие артистические сразу, такие краски яркие. Ну, как будто ты их раскрашиваешь чем-то. А под водой так здорово снимает. Денис, давай крестики нолик. Природа, конечно, обалденная, вот это дерево. И вот на дереве, на стволе вот растут всякие вот такие штучечки. Ой, да чего красиво. Какие формы. Дерево все, как волосики растут, посмотри, наверху. А вон тоже смотри, как на дереве. Я такого не видела, именно такого растения на дереве. Сейчас я подойду, посмотрю. Мы идем в другой парк, вот там через дорогу есть. Я там, кстати, ни разу не была. Азалия парк. Так вот она где, этот азалия парк. Я читала, но я там ни разу не была. Я не знала, что это азалия парк. Дождик опять пошел. Так, вот это.